Здравствуйте, здравствуйте, друзья мои! Вот и вернулась я в Англию. Вот и снова я с вами. Не прошло и 2 месяцев, как говорится. Вот, друзья, такое огромное у меня путешествие было, длинное, великолепное, насыщенное многими интересными историями, как обычно. Вы знаете уже, наверное, те, кто смотрит мои короткие видео, шортс, которые называются, и следит немного за моими передвижениями, знаете, что я была снова в Таиланде, в Паттайе, и я была во Вьетнаме, в Нучанге. И я, конечно же, не расставалась со своей камерой. Я для вас очень много видео сделала. Все это нужно сейчас монтировать, привести в порядок, и все это я вам обязательно покажу тем, кто желает. Друзья, пожалуйста, не обижайтесь на меня, что я кто-то тут меня совсем потерял, кто-то пишет, что куда вы исчезли так надолго, что случилось. И даже, знаете, одна моя подписчица, она умудрилась моей сестре написать, и как только она ее нашла, непонятно совершенно. Поэтому, наверное, я вам и хочу немножко пояснить, друзья, для тех, кто, может быть, еще не в курсе. Перед тем, как я начну свой вам рассказ и все рассказывать по порядку, я хочу сказать, что есть сейчас на YouTube вот такая вот новая опция, которая называется Shorts видео. Shorts – это значит короткие видео. Они максимум до 3 минут, а то и вообще 1 минуточку, показывается на канале, знаете, как реклама, как анонс каких-то своих будущих передач. Это абсолютно не основные видео, которые, в общем-то, идут точно так же на канале. Поэтому вот посмотрите, пожалуйста, немножко разберитесь, те, кто не знает и не в курсе, потому что мне некоторые даже пишут, что это вы перестали свой канал вести как положено, что это у вас теперь все короткие видео. Да, это совсем немножко другое. Это новая опция, и она вот показывает какие-то мои новости. А видео они как были, так и будут, конечно же. Единственное, что я, конечно, я хочу сказать, что мне сейчас сложно все это начинать, и после такого 2-месячного огромного перерыва, вы знаете, я немного в панике, потому что, во-первых, отснятого материала очень много, ну и, во-вторых, как это все вот сейчас опять по новой запускать и начинать, ну, я думаю, что я с этим разберусь. Главное, друзья, пожалуйста, не теряйте меня, не теряйте мой канал, я жду вас всех все равно. Я надеюсь, что я порадую вас многими своими новыми какими-то рассказами и интересными сюжетами, которые я приготовила для вас, как обычно. Знаете, я попадаю иногда в такие ситуации, которые просто не придумать. Это я вам серьезно говорю. И они, конечно же, присутствовали опять. И я постараюсь вам все это рассказать и показать, друзья, в ближайшее время. Ну и, конечно же, мои английские новости и все виды старушки Англии. Потому что канал мой так или иначе называется «Жизнь на юге Англии». Да, слишком долгое предисловие, но что я могу сказать? Старушка Англия, она практически, как вы видите, абсолютно не изменилась. Она встретила меня задорным дождичком осенним, холодным, серым. Нужно было вам, конечно, снять тоже и этот дождь, чтобы почувствовать разницу, но я-то ее точно почувствовала. Это я вам снимаю, чтобы вас уж совсем так не разочаровать. Я показываю вам первые цветы, подснежники. Я специально съездила на следующий день после своего приезда, зная, что я буду делать для вас видео. Я съездила в красивейшее место, это Вентнор, и там у нас январь и февраль месяц каждый год огромное количество подснежников. Вот именно в этом месте мы с вами сейчас и гуляем. Настолько бывает красивые здесь возле магазинов панно,
что посмотрите, очередь стоит сфотографироваться. А вот это вот вьетнамские наряды, посмотрите, самые праздничные. Вот так вот у вьетнамцев одеваются даже порой жених и невеста. Традиционная вьетнамская одежда. Ну и вот фотографируют тоже мужчина во вьетнамской одежде. Да, не пугайтесь, не удержалась я, показала вам огромный контраст. Мне кажется, его сразу и видно, да? Вот это вот такая вот унылая серость и холод. Температура в Англии плюс 8, но это, в общем-то, холодно, друзья, даже для февраля месяца. Вот, и я показала вам яркие краски и вот эту вот Азию красивейшую. Как говорится, почувствуйте разницу. Но вы знаете, мне пришлось улетать вот всего лишь навсего до конца января я там пробыла, зная, что февраль такой холодный в Англии тоже, бывает, что и март. Но так как у меня уже был куплен билет обратный на 30 января, мне пришлось лететь. Вот я показываю вам вот этот вот огромнейший самолет. Мы летели на Boeing 777, авиакомпания EVA. Это тайваньская компания. Ну и, конечно же, я не могу не отметить этот самолет, Boeing 777. Это считается самый крупный в мире двухмоторный пассажирский самолет. Один из самых крупных и самых мощных в истории авиации. Вот его отличительная способность – это то, что у него шестиколесные стойки шасси. То есть, несмотря на всю его огромность, он садится очень мягко и очень плавно. Ну и потом, это новый самолет, он всего лишь первый свой рейс совершил в 1994 году. И на этом самолете установлен абсолютный рекорд дальности для пассажирских самолетов. 21 601 километр без посадки. Ну, а мы летели всего лишь навсего 9520 километров. Это расстояние от Лондона до Бангкока. И летели мы больше 11 часов. Перелет, конечно, очень утомительный. Лететь сложно, даже на таком огромном самолете. Я на таком огромном самолете летела впервые. Мне очень понравилось. Я гуляла иногда. Вот каждые 2 часа рекомендуют все-таки вставать и немножко гулять, что я и делала. И я посчитала, что на этом огромном самолете было 70 рядов. И у нас, например, в нашем салоне было в одном ряду 10 человек. И самолет был практически полностью под завязку заполнен пассажирами. И кому интересно, могу сказать, стоимость перелета вот на такие долгие длительные расстояния, на таких самолетах, туда и обратно, я заплатила 1000 фунтов за билет на одного человека. Это очень дорого, друзья, я хочу сказать. Ну и потом я помню, что до ковида и до всех этих проблем СВО цена на билет была ровно в 2 раза дешевле. Стоил раньше такой перелет Бангкок-Лондон 500 фунтов. И еще интересная подробность, то что мы летели обратно из Бангкока в Лондон с востока на запад, получается, летели за солнышком, и мы немного опередили время. Вот это тоже интересно. Сели мы в Бангкоке в 1 часа дня и прилетели в Лондон в 6 часов вечера. То есть как бы получается, что мы летели всего лишь 18 отнять 13, получается 5 часов. Ну и еще разница во времени 7 часов между Бангкоком и Лондоном, то есть 5 плюс 7 получается 12. Вот 12 часов мы и летели. Из них сэкономили 7 часов. Опередили время. О чем еще я хочу вам рассказать, друзья? То, что мне очень повезло. И в этом году я в Азии праздновала Новый год по восточному календарю. Или как у нас еще говорят, по китайскому календарю.
Новый год наступает с 21 на 22 января, и этот год назывался годом голубого водяного кролика. Почему-то вот я читала информацию в интернете очень много об этом, и все называют, что это год кролика. Но тем не менее, вот здесь мы с вами увидим, и дальше очень много я буду вам показывать, что здесь почему-то ни о каком кролике речи нет. Здесь показывается год кота, и кругом вот именно коты. Ну и вот, на самом деле, красивейшее панно, у которых хочется сфотографироваться. И я, конечно, тоже не удержалась и сфотографировалась на фоне этих великолепных котиков. Но так как я вот во Вьетнаме была одна, то мне пришлось просить прохожих фоткать меня. Не всегда фотографии получались так, как хотелось. Ну вот, показываю вам то, что из этого получилось. А я вам расскажу чуть-чуть попозже, с кем я здесь отдыхала в Таиланде, почему я во Вьетнам поехала одна. Это, кстати, такая история тоже непонятная, удивительная. Я вам обязательно о ней расскажу. Ну вот, то, что получилось, то получилось. Это все меня фотографировали прохожие. А вот когда я делала сама селфи, то слишком близко и как-то не очень. Ну вот. Третий год по китайскому календарю, год кота. Вы знаете, очень много не только женщин, но и мужчин в традиционной одежде вьетнамской. Все сегодня одеты очень нарядно и празднично. Сегодня у нас получается один день остался до кануна Нового года. Сегодня 20 января 2023 года, а завтра Новый год. Вот еще посмотрите, женщины в каких красивых нарядах. Вообще Вьетнам, и вот в частности я была только в одном городе, это город Нучанг на побережье, считается город, в котором пляжный отдых, потому что здесь огромнейшие, красивейшие пляжи, тянутся по 5, по 8 километров. И я гуляла, не переставая. И вообще, почему-то мне вот Вьетнам понравился, наверное, даже больше, чем Паттайя. Обязательно расскажу, почему. Обязательно расскажу мои впечатления об этом вьетнамском городе и о их жизни. Меня здесь многое тоже удивляло и поражало. Но так как у нас сегодня всего лишь навсего первое видео, такое, знаете, анонс, ознакомительное, я просто рассказываю вам, друзья, то, что будет у меня в ближайшее время на моем канале. Надеюсь, что вам мое видео после долгого отсутствия понравилось, друзья. И то, что вы его досмотрели до конца, я очень надеюсь. Пожалуйста, друзья, я еще раз хочу вам напомнить, не забывайте ставить лайки, не забывайте писать ваши комментарии. Понимаете, что мне это очень необходимо, а лайки, они все-таки нужны для продвижения канала и для того, чтобы было больше просмотров. Потому что если просмотров мало, то у меня пропадает интерес что-то дальше вам рассказывать и показывать. Надеюсь, что вы, друзья, это понимаете. По-моему, но хочу показать. Вот уже куда-то влезла я не туда. Что творится? Что творится со мной? И все навыки вождения потеряла, друзья. В общем, я жду вас на своем канале и обещаю, что будет очень много интересного впереди. Всем удачи, всем хорошего настроения, всем пока-пока.